Несколько слов о печатных СМИ. Увы, но потеря читателей, как следствие падения тиражей и доходов, это общемировая тенденция. Выход простой и в то же самое время сложный. Вместе с аудиторией одновременно идти в интернет. Цифровая трансформация – это мировой тренд. Хороший пример, как это надо делать на высоком качественном уровне, издательский дом «Беларусь сегодня». Кстати, рекламные бюджеты – один из основных источников финансирования СМИ – тоже дрейфуют в сектор интернет. Но рекламный рынок здесь – это территория, которая пока недостаточно контролируется государством, как в части обеспечения справедливого распределения рекламных доходов, так и в части удержания этих средств в стране. Плохо, когда белорусские рекламодатели отдают деньги иностранцам, которые нам же, белорусам, в нашем же медиапространстве рекламируют наши же товары и услуги. В телевидении мы порядок с распределением рекламных доходов практически навели, а вот территория интернета, следует признать, еще требует наведения порядка. Это одна из задач, в том числе и Министерства информации. И последнее. Совершенствование работы Министерства информации. Цель – добиться того, чтобы мы были качественным регулятором во всех секторах массовой информации, эффективнее контролировали медиапространство, стали драйвером создания передовых медиаресурсов и координационным центром информационной работы для государственных органов. Так, чтобы роль министерства была и видна, и понятна обществу.